Пожар на ТЭЦ-2 произошел в 16:00. Загорелось главное распределяющее устройство. В нем выгорело две ячейки. Тут же была перекрыта подача питьевой и технической воды на город. Позже питьевую воду подали. Сейчас без горячей воды и отопления находятся все городские объекты, включая больницы, детские сады и школы. Станция ТЭЦ-2 поддерживает циркуляционный режим и работает на пониженных параметрах. Коммунальщики обещают в течение нескольких часов подать в город нормальное отопление.